Всем ассаламу алейкум, всех приветствую. Кыргызский борец Махмудов Акжол стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио 2021 по греко-римской борьбе. В очень конкурентной весовой категории 77 кг. И первым принес первую медаль Кыргызстану. Российский борец греко-римского стиля, двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и призер чемпионата мира, четырехкратный чемпион Европы Роман Власов оставил свой отзыв о Махмудове, который довольно хорошо показал себя на Олимпиаде. Акжол Махмудов, лучше начинать с серебряной медали, чем заканчивать. Ты украсил эти игры, ты настоящий лев ковра, сказал Власов. Напомним, что Власов и Махмудов в одной весовой категории, и многие фанаты хотели бы увидеть их схватку. Не остался в сторонке и один из мощных борцов Степан Маронян, в весовой категории 60 килограммов. Акула, поздравляю Акжол Махмудов, сказал Маронян. Друзья, как вы думаете, встретятся ли Махмудов и Власов на следующих Олимпийских играх в Париже в 2024 году? И каким будет итог? Это должно быть одним из самых зрелищных схваток и стать украшением борьбы. Очень прошу вас поставить лайк и подписаться на канал. Для вас это легко, а для меня это мотивация. Оставьте ваше мнение в комментариях, хотели бы увидеть их схватку.